Здравствуйте. У нас за окнами уже полная темнота. Кот точит когти перед сном потягушеньки. Я тоже мечтаю свалиться поспать, потому что, честно говоря, за эти дни измоталась. Но пока на моей кровати почивает Кари. Жалко ее сгонять, но придется. Так, кот, вечернее умывание. Он все время порывается открыть кран. Может, не стоит все-таки, а? Ведь там не всегда тазик стоит. Угу. Вот другого места для водопоя ты не нашел. Миски с водой тебе маловато. Да, чудо дрессировки. Хотя я к этому не прилагала ни малейших усилий. Но я бы хотела показать и рассказать, как прошел остаток сегодняшнего дня. Ну, возможно, не так насыщенно, как обычно, но тем не менее, было интересно. Давайте посмотрим, как это происходило. Пошел процесс выпиливания. Ну, как всегда, не без участия Бонифация. Госприемка. Да, все-таки ольху, особенно продольные, а не поперечные пилить, тем более вот такой вот толщины, не так-то и просто. И это самые-самые грубые формы. Ну, руки, конечно, устают, но есть на что отвлечься. Достаточно выглянуть в окно и понаблюдать за птицами. По-моему, во второй половине дня соседи синичек не кормят. Но у меня тут целая стая. Ну и Бончике тоже интересно. Его мурчание и подрыгивание хвостом говорит о том, что ему созерцать подобное тоже нравится. Ну вот, словно желтые яблоки на моей зимней яблоне, которую успела изрядно потрепать, когда ломили с ветви под плодами летом. Бонифаций, им же тоже надо есть, поэтому я тебя гулять не выпускаю. Бонька прикорнула у себя около ручья в шалашке, Карька гложет кость. Ну, а я продолжаю любоваться на нашу смоленскую Нарнию. Впрочем, Нарния рядом не валялась. Там новые строения не возводились. О, слушай, а синичек-то все больше и больше. Ну-ка, дай-ка я увеличу немножко. Попробуем. Ну вот. Теперь кормушку видно лучше. Ветви дерева также. Они никогда не задерживаются в кормушке. Все время хватают семечку и улетают на какие-нибудь кусты или ветки поблизости, чтобы с ней заняться. И сегодня я высыпала в кормушку мелкие орехи. Орехи лещины, которые собирала осенью, которые мне было не особенно удачно колоть. И что вы думаете? Я увидела у себя на липе поползня, который, забив в щель коры, орешек пытался раздолбить его клювом. Да, это здорово. Даже то, что мне не подходит, может пригодиться для птиц. Ну, орехи-то, конечно, не соленые, как некоторые предлагают птичкам соленые семечки. Вообще-то это неправильно, они просто прожарены. Но, тем не менее, надеюсь, пригодятся. Да, Бонька, за этим можно наблюдать бесконечно. На тебе сейчас точно экран не сфокусируется, ты слишком близко сидишь. А вот на птиц полюбоваться всегда приятно. Вершилось великое действо. Проехал Лешенька из соседней деревни на тракторе и почистил нам дорогу. Ну, у меня с этим только одна проблемка. Парковку-то я уже успела привести в порядок. Ну, вот теперь надо вот этот снежок сгрести. Ну, а что поделаешь? Каждый раз, когда проезжает трактор, естественно, что-то остается и здесь. А надо сделать, потому что завтра автолавка, и надо все привести в порядок. Если будет оттепель, все это намерзнет, и уже не удастся все это без штыковой лопаты прокрутить. Так что, Карик, надо сокращаться в очередной раз. Ну, вот еще один упущенный с утра момент. Я совершенно забыла об этом, хотя и собиралась сделать. Надо расчистить теплицу. В прошлом году у меня ее тупо сломало. Провис карбонат по трем углам, только один сохранился. Я раньше не думала, что вообще это нужно предпринимать по той простой причине. Понька, отдыхаешь? Надеюсь, я тебе не мешаю.
Так вот, по одной простой причине. Настолько обтекаемая форма никогда не давала мне возможности предполагать, что как-то это может повлиять на целостность покрытия. Но оказалось, что это не так. Поэтому при помощи своего двигателя прогресса сейчас попробую все это привести в порядок. Ну, не знаю, чем увенчается. Если что, возьму длинную щетку для окон. Как всегда, не знаешь броду, ищи методу. Ха! Гениальное изобретение пращура себя вполне оправдало. Ну вот, минут 6, наверное, от силы. И все чистенько. Да, я начинаю ценить аппаратуру все больше и больше. Преклоняюсь перед опытом людей, которые могли подобные придумать. Но мне сейчас предстоит попробовать вытащить Пумку на прогулку. Ну а затем уколы. Да, малыш, уколы. Но зато кормежка. Как ты к этому отнесешься? Пунч, пойдем гулять? На строечку заглянем. Посмотрим, что там делается. Я ей сегодня димедрол вколола. Поэтому, может быть, она со мной не пойдет. Ну, каковы предписания, таковы исполнения. Надо, малыш, надо. Ну, Леха, красавец, расчистил все, что мог. Вот так вот до трассы. Еще 2 километра, плюс по всей деревне, плюс несколько поворотов, которые идут от центральной улицы. И теперь он чистит еще одну улицу. Вот интересно, как ее назовут? Совячья? Ну, не мне решать. Понька отказалась идти гулять. Она так хорошо устроилась у себя в игваме, что мне жалко было ее шевелить. Тем более, что бедняжке предстоят еще вечерние уколы. Эх, самое главное – это ей лекарство от печени скормить. Это самое форте. Ну, старый прием Шурика – кусок колбасы. Но завтра надо будет купить не копченую, потому что это может повлиять на ее состояние, а собачью радость, которая всегда у нас в автолавке продается в изобилии. Ну, та самая ливерная колбаса. Надеюсь, она от нее не откажется. Ладно, пойду посмотрю, чем увенчался. Ну вот, забрела. И что открылось моему взору? Ну, вот то, что остается за поворотом, это, вероятно, веранда. Хотя бог его знает, разобраться может быть только завтра. Потому что работа еще не закончена. Вот очередная секция. Ну, до темноты еще где-то около часа. Уж не знаю, наверное, ребята ее поставят. Ну, классно. Я хотя бы сейчас начинаю представлять, во что превратится это строение. Хотя, по-моему, даже бригадир считает его весьма обширным. Возможно, будут какие-то сложности, но так или иначе. У товарищей разрастается диапазон действий. Тоже какой-то новый опыт, новый проект. Я ведь тоже свою монстеру первый раз сделала. Ну что, кофеек? И сколько еще секций вы сегодня намерены соорудить? 2, может. 2. Подожди, вот это, которое сейчас лежит, и еще? Еще, конечно, 1 как минимум. Ребят, до темноты час остался. Все в наших силах. Блин, а мне идти Поньку колоть. Ну во, очередная пошла. Уже пришла и будет воздвигаться. Да, приду я сюда завтра, а тут уже полные обводы дома. Да нет, стемнеет скоро, небо облачное. Ну, может быть, еще одну и поставит. Ну, вот так вот напрячься за один день. Герои! Как там было сказано у Горького, старухи из Региль? В жизни всегда есть место подвигу. Да, так оно и есть. И вот такие люди находятся рядом. Это не то, что... бригада алкоголиков, которые садятся на фундамент и говорят, что дальше работать не будут, пока им не нальют. Вот это действительно трудяги. Смотреть приятно, сердце радуется. Все, пошла очередная. Андрюх чуть не свалился. Но ничего, устоял. Навык. Кантоходцы.
Ведь ширина вот такого бруса это 15 сантиметров. А гимнастическое бревно, насколько я помню, имеет 10. Как же я не любила этот гимнастический снаряд. Ну а тут действительно гимнасты. Хотя бревно это не мужской вид. Эх, работяги. Ну вот, вот это будет веранда. Вот тут будет крыльцо. А вот это стены дома. А вон там, то, что осталось незакрытым, это будет большая веранда с видом на закат солнца. Нет, здорово, я все спланировала. И уже можно разобраться, что к чему. Ладно, надо идти к Поньке, ставить ей уколы. Честно говоря, я бы и уходить не захотела. Но судьба. Вернулась домой, смеркается, и пока еще светло, надо успеть уколоть Пуньку. Ну вот, зарядила шприцы, это вечерние уколы. Из большого надо сделать два подкожных укольчика в разные стороны лопатки в ее области. А вот этот, это уже внутримышечно, в пятую точку. Ну а затем надо попытаться скормить собаки эссенциали. Ну, надеюсь, мне поможет колбаса. А вечерком заглянут ребята, потому что не кончилась вода. И мы наверняка посидим, поболтаем около печки. Чайник на печи всегда горячий. Надо будет только не забыть полежку еще подбросить перед уходом. Ну что ж, пойду изображать Брандеребрилю. Ну все. На сегодня я свою деятельность древесиной закончила. Вот, хоть что-то начало оформляться и появляться. Здесь пила, а тут уже поработала стамеска. И что самое удивительное, кот мне сегодня не помогал подметать. Обычно для того, чтобы провести уборку после работы или поутру, я выставляю его гулять на веранду. Да, Бонни? Это судьба, потому что что-то пытаться подмести и катать кота на венике – это сложно. Но сегодня я вижу, что ты повзрослел. А между тем залаяли собаки. Одна в избе, а Понечка наружу. Ну, вроде пока никто не подъехал. Хотя я ожидаю визитов. Ну, посмотрим, что состоится. А пока надо привести в комнату в порядок. Попытаюсь. Каждый день одно и то же. Зато сколько материала для растопки печки. Ну вот, выманила еле-еле Поньку из ее бунгало кусочком колбасы, в которую была упакована капсула эссенциали. Скормила с трудом. Что-то очень уж она неактивно лопает. Неужели сработал димедрол? Надо было сделать единственный укол через 10 минут после первого. И она целый день квёлая. Ну, все это состоялось после прогулки к ребятам. Уж не знаю, как оно там. Ну, предлагать ей ужин я сейчас даже не решаюсь. Как бы у ней был аппетит, но вряд ли она сейчас что-нибудь предпримет. Снулая собака. Да, снулая. И, честно говоря, мне это не особенно нравится. Но будем думать, что это действительно последствия инъекции димедрола. Слава богу, она единственная. И больше мне подобное не предстоит. Ну что ж, надо пойти свет погасить. Ну ты здесь будешь? Круче не пойдешь? Отдыхай, малыш. Давай я принесу косточку. У тебя еще ухо осталось. На всякий случай. А потом уже попозже вечерком покушаем. Ну, возможно, сейчас еще ребята подойдут. Ничего. Пристегивать эти, как последние дни, вообще не собираюсь. Давай, отдыхай. Все-таки хорошо, что эту штуку убрала. Теперь хотя бы фонарь нормально зажигается. Ладно, пойду гасить свет, который помогал мне, когда я тебя переводила. Ну вот, свет в конце туннеля. Здорово, что Генка поменял фонарь на улице.
Теперь можно любоваться на все мои красоты даже ночью. Какой вид. Карька так и не доела свою кость. А Поньке сейчас надо будет достать из Машкиной мастерской. У меня там ящик с костями. Завтра еще привезут. Так что можно наслаждаться собаком. Да, в темноте весь мой участок смотрится совершенно по-иному. Вот при таком замечательном фонарике. Красиво. А груда шприцов растет. Это еще не все. И сколько еще предстоит. А вот этой штукой Поньке перетягивали лапу, когда брали кровь из вены. Сутки продержала, потом сняла. Хорошее приспособление. Не то, что бинты, которые постоянно разматываются. Так, ладно. Надо доставать кости, предложить Поньке и, возможно, ждать гостей. Ну вот, очнулась спящая красавица Димитрольная для вечерней трапезы. Кость не доела, печенку слопала, ну а каша, как всегда, по боку. Понч, кто хорошо ест, тот хорошо работает. Давай, давай, малыш, наворачивай. Ну ладно, хоть что-то. Эх, завтра будет день, завтра будет пища. А пока можно заканчивать репортаж и со спокойной совестью валиться спать. Ладно, всем всего хорошего. До свидания. Здоровья и удачи, как всегда. До завтра.